Всем привет, это канал Хочу Жить. Нужны ли спортивные добавки? Давайте об этом поговорим. Итак, спортивные добавки. Есть ли от них толк? И какие я использую? Для спорта, для здоровья, для похудения. Ну, для похудения как таковых нет спортивных добавок. Просто они используются во время похудения. Вот сейчас я вам покажу свой топ, и какие работают, какие не работают, какие бесполезны. Я не скажу, что у меня много их, но кое-какие использую. Итак, начнем. Вот, первая добавка — это креатин. Заказывал я его на сайте iHerb в Америке. Эта добавка реально рабочая, у меня вот тут немножко еще осталось. Еще, наверное, на месяц, но я его сейчас не пью. Вот, наверное, месяца через два буду его пить. У меня сейчас что-то типа сушки, а на сушке он не нужен. Он реально помогает, немножко визуально увеличивает мышцы, он задерживает много воды и чуть-чуть прибавляет силовые показатели. Потом, что у меня еще? Ну, протеин, но здесь другой, уже давно другой. Вот. Изолят, вот тут у меня есть он. Почти полная банка. Ну, я купил в пачке, в таком пакете. Две пачки изолята. И пересыпал банку. Потом глютамин. Вот, глютамин, это я в России заказывал на Wildberries. Глютамин, ну, если честно, я не ощутил его работы. Как-то не ощутил, что он работает или не работает. Наверное, больше не буду его заказывать. Потом, что еще у меня здесь? Омега. Это сахарб омега. 200 капсул. Вот такая вот омега. Здесь действующие вещества 300 миллиграмм. А надо его где-то, ну, от 1 грамма. А занимающемуся, тренирующемуся человеку от 2 грамм. И я мешаю вот такую омегу с вот такой вот. Вот здесь. Вот видите, здесь сколько действующего вещества. ЭПК и ДГК. Эйкозапентаеновый и доказгексаеновый кислот. Это и есть кислота омега-3. Вот я мешаю две капсулы таких, это 1200 миллиграмм омеги. И три капсулы таких, это 900. Получается 2 грамма, 100 миллиграмм. Потом такую омегу я брал в России. Вот. Такую вот омегу. Ну, 90 капсул здесь. С нее сильная рыбная отрыжка. И не у меня одного. Я общался с человеком, он тоже говорил, да и в отзывах читал много, что не стоит ее заказывать. Ну, если я и буду еще в России заказывать, то другую попробую. Потом, что у меня еще есть? Витамин D3. Вот такой вот я заказывал. Это на iHerb. 5000 единиц. Это витамин солнца. Как бы я постоянно нахожусь дома, мне не хватает солнечного света. У всех недостаток D3. И принимать его не будет лишним. Сейчас я принимаю вот такие вот капсулы. Тоже 5000 единиц. Но на фуд.
Тоже на iHerb я заказывал. Далее идем. Витамины. Вот такие витамины раньше я употреблял. Мега Мульти Мэн. Фумен. Вот тут состав витамина. Но тут его не будет видно. И сейчас убрали его с iHerb. Сейчас я такие же заказывал. Только женские. Вот Мега Мульти Вумен. Фумен. Для женщин. Вот состав. Ну, тут не видать состав. Ну, тут все витамины. Тут в больших дозировках. А вот сейчас я заказал немножко другие витамины. Вот такие вот. One Day. Ну, тоже по составу. Состав неплохой. Все витамины есть, минералы есть. Хороший состав. Это вот мелатонин. Это я в России покупал. Ну, заказывал в России. Вот. 3 миллиграмма. В Америке его сейчас запретили. Поставки в Россию. И поэтому приходится заказывать в России. Или в аптеке покупать. Ну, в аптеке я не беру, там очень дорого. Ну и вот ацетилэнтропинтин. Это такой слабенький жиросжигатель. Как бы он, ну, перед тренировкой его 2 капсулы пью. Ну, 1 грамм. Туда в одной капсуле 500 миллиграмм. Я по 1 грамму принимаю, и как бы с него и сильно и потеешь, и, ну, до похудения он слабенький жиросжигатель. Ну, он не подойдет там, если кто-то хочет жир сжечь, думает, что можно пить его и сжигать жир. Нет, его и надо тренироваться, чтобы он помогал, чтобы он работал. Вот добавки, все эти добавки, если взять по одну какую-то добавку, ну, по отдельности. Допустим, вот омегу. Вот, даже человек будет тренироваться и пить омегу. Но на нем она вряд ли будет работать. Нет, омега-то будет. Омега это, если правильно пить дозировку, от 2 грамм, ребята, полтора хотя бы, если он тренируется. Если пить правильно омегу, то она будет работать на нем. Ну, вот, допустим, возьмем мультивитамины. Вот. Мультивитамины. Если человек будет их пить одни, вот ничего из этого пить не будет, а будет пить только мультивитамины, то они тоже на нем вряд ли какой-то заметный эффект окажут. Нет, если он, конечно, будет при этом правильно питаться и не будет есть неправильную еду, то они будут работать на нем. Но если человек будет так же питаться, как и питался раньше, то есть непонятно чем, непонятно какими продуктами, то все эти добавки по отдельности, да, даже их совокупности, работать, ну, если и будут, то слабенько. И человек даже может и не заметить их работу. Я-то питаюсь правильно, тренируюсь. И поэтому я замечаю работу, я восстанавливаюсь лучше. Я не болею уже почти, ну, в марте будет 2 года, как я не болею. Если будут соблюдены все условия для того, чтобы они работали, то тогда они будут работать. Это был такой ролик о добавках моих. Это был канал «Хочу жить». Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Всем пока.